Сегодня сделаю с Божьей помощью видео, и я в этом видео вспомню вот это вот видео. И, короче, там на украинском телеканале говорят, что, мол, украинские пенсионеры 1000 гривен на базаре не тратят. Это, мол, типа, как знаете, наши люди на такси в булочную не ездят. Да, понятное дело, не тратят, потому что у них вся пенсия 1000 гривен там с копейками. В общем, я вам напомню еще. Короче, пока чиновники покупают себе всевозможные красивые ништяки, пока народные депутаты покупают себе квартиры за 500 000, пока там генпрокуроры хвастают часами за 35 тысяч долларов, их люди, пенсионеры, то есть самые, одни из самых слабых, наверное, которые есть в государстве, выживают каким-то таинственным, для меня это действительно тайным образом, на 1000-1300 гривен в месяц. А некоторые люди в некоторых регионах нашего государства, они чувствуют себя еще хуже. В общем, наша раздача традиционных наших пенсий. То, что должны делать не мы. Раз девочки, то молодые. Да, обеим 77. Какой 77? 78. О боже. 79. Вот. Ладно, перестаньте годом торговаться. 1356. У меня 1200. Полтава дала. На овощи на одни. Ну так, куриные на суповые наборы только можем взять. Тоже пошла, купила б мясо, села б, нажарила б и наелась б от души. Давай. Мы сколько назначил Бог, прожили еще